Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Преосвященнейший Владыко благослови. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Твоей, святой святого Духа, ныне пресней, во веки веков, аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоей, святой святому Духу, ныне пресней, во веки веков, аминь. Отче наш, живи в небесе, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, а не на небеси, на земле, хлеб наш насущный дашь нам есть. И остави нам долги наши, и окружай нас, стань должником нашим, не веди нас в искушение, не избави нас от лукавого. Яко Твое Царство и силы и славу, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого в ответа недоумеющий, сию тебе молитву, яко ловится грешник, приносим, помилуй нас. Слава Твоему Сыну Святому Духу. Господи, помилуй нас, на тебя Духа Ваха, не прогневайся на нас, зело, не же помяни беззаконие наше, но призри ныне, яко благоутробе, но избави от врагов наших, ты бы си Бог наш, ибо люди твои все дела рву твои, меня Богу еще на земле колюбится. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Боже, очисти меня грешного и помилуй меня. Простите меня, отцы, братья, святые, священнейшие владыки, святые, святые, и спасет всех нас. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сей, вся исполняет сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись овны, и очисти на от всякие скверны, и спаси блажи души наши. Слава Вышних Богу, на земле мир человецах благоволения. Слава Вышних Богу, на земле мир человецах благоволения. Благослови, Владыко! Благословенно Царство! Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. И сохрани нас, Боже, Твоею благодатью, Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Небо Твоей державы, Твоей царство и силой слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно во веки веков.
веков. Святый Боже, святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, святому Богу, и ныне присно и во веки веков. Ты бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый посети виноград сей и утверди его же, насади десница твоя. Безлобию бесквернее, отлучен от грешних и выше небес быв, и жени и мать по всякие нужды, як уже первосвященницы, прежде о своих гресех жертвы приносите, потом же о людских, сие босотвори единою, себе принес. Закон, бо человеки представляет первосвященники, имущие немощь. Слово же клятвенное, еже по законе. Почившие мученики и исповедники за веру православное Отечество Российское от безбожных властей убиенное, да поминет Господь Бог во Царстве Своем всегда ныне и присно и во веки веков. Христа со всеми вами. Еще молимся о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о Господине нашем, преосвященнейшем епископе Елисее, и все его Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о богохраниме нашей властях, стране нашей властях и воинстве ея, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о ежекославии Божией благополучно, беспрепятственно и скоро построитесь в граде всем храму святителя Феофана Затворника. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении и оставлении грехов рабов Божиих, настоятелю, братья, прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о ктитре святого храма сего, рабе Божьем Алексее, о божественном покрове, о благопоспешении в трудах его и многолетие жития его. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братию и за все христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Помилуй Бога у нас. Святители, отче Феофане, земли нашей слабой радование, прими сия смиренные теплые моления нас грешных, любовью почитающих Тебя, зря исполнившийся на Тебе глагол Господень, прославляющий мя прославлю, с умилением припадаем ко святей иконе Твоей, силу царевную имущую. Яко избранника божественной благодати ведущей, взываем тесице, благослови уба и помилуй архиерея истинного Бога державу нашу российскую. Воинам мужество непоколебимое даруй, и вся любит, и вся люди беспечально сохрани, и в покаяние приведи, младенца воспитание благое дашь. Юные научи, болящие, скорбящие, здравие спроси. И в граде сем, станице Новоаннинской, да воздвигнется храм в честь святаго Твоего имени. Нам же всем радость о Господе пресную подашь, да все благодарны Тебя ублажаем, глаголюще тако, величаем Тебя, святитель отче Феофане, и чтим святую память Твою, Ты бы молишь о нас, Христа, Бога нашего. Аминь. Славим Тебя, святителю, Отче наш Феофане, и чтим святую память Твою. Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. И же в Иордане крестистись изволивай от Иоанна нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери, предстательством честных небесных сил бесплотных, святых славных и всехвальных апостолов, и живо святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, града Златоустого, святителя Феофана, епископа Вышинского затворника, игоже и памятные не совершающих и праведных Богу, Отец Иоаким Иоанна и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ, и человека любит. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священно-Архимандриту, с Богоспасаемому Его, Всероссийскою паствою, и Господину Высокопреосвященнейшему Герману, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, и Господину нашему, Преосвященнейшему Елисею,
епископу Рюпинскому и Новоаннинскому, Богу хранимей стране нашей, властям и воинству и народу ее, всему освященному собору, настоятелю братии, поющим благотворителям и благоукрасителям, и к титуру святаго храма сего, подашь, Господи, благоденственное и мирное житие, здравие, спасение и во всем благое поспешение, и сохрани их на многое и благое лето. Дорогие братья и сестры, братья-казаки, поздравляю вас с престольным праздником вашей станицы Новоаннинской. Я думаю, это со временем дни празднования памяти святителя Феофана Затворника станут именно праздниками городскими. Этого бы желалось, бы хотелось. И все к этому, все предпосылки к этому есть, потому что воздвигается храм, он воздвигнут, но еще очень много там работы предстоит сделать, уже сделано очень много работы, но еще предстоит очень много сделать там работы, чтобы мы уже собирались и совершали богослужение в новом храме, который строится, как вы знаете, на въезде, практически на въезде станицы Новоаннинской. Это очень отрадно, очень радостно. Прославляется это имя этого великого святого, именно святого, настроенного богословски и именно своей жизнью и своим поучением он несет себя как святитель, как богослов и как учитель Церкви Христовой, и в то же время как великий подвижник, как монах. В нем это все сочеталось и сочетается. Когда мы открываем его произведения, книги открываем, то мы поражаемся именно вот простоте изложения мысли святителя Феофана Затворника. Я вам советую читать его книги. Они очень хорошо написаны и бьют, как говорится, в цель. Искрометно, даже с какой-то с долей юмора он пишет о том, о тех или иных именно составляющих нашей духовной жизни. Но с доброй, конечно, составляющей юмором. И вот святитель Феофан Затворник, он отвечает и на все практически наши вопрошения. Если мы откроем его, то увидим, что он отвечает на те вопросы, которые уже именно стояли в то время перед обществом, начинали стоять перед обществом именно того государства, где он жил, российского государства. Они уже в полной мере, в огромной мере стоят перед нами, современными уже людьми, которые живут уже в этом мире. Он отвечает на все наши такие вопросы. Это очень важно, духовные вопросы. Конечно, святитель Феофан, он понимал, в чем счастье человеческой жизни, да, это соединение с нашим Господом Иисусом Христом. Как оно происходит? Оно происходит так. Посредством именно соединения с ним, именно через таинство святого причащения, через таинство покаяния, через чтение именно священного писания, Евангелия, чтение святое отеческое, через творение добрых дел, которые мы с вами должны делать, через понуждение себя к добрым делам. Потому что ведь церковная жизнь в чем состоит? Не просто, что мы здесь с вами собрались вот в таком числе, да? И нам хорошо, приятно, мы улыбаемся друг другу, с праздником поздравляем. Но прежде всего состоит в том, что именно понуждение к себе к доброму, к дальнейшему прохождению христианской жизни. Вставать на новую ступеньку всегда духовной жизни. Не просто совершать хорошие поступки,
но и в то же время понимать, что мы должны побуждать себя еще к более именно высоким таким моментам нашей жизни, понуждать себя к этому. И, конечно, много очень всяких причин, которые нам мешают этому. Прежде всего, это мы сами, наша ленность. Конечно, это мешает нам быть более совершенными и быть более близкими к Богу. Окружающий нас мир, который так сильно влияет, особенно сейчас, в настоящее время, очень сильно влияет, и мы никуда не укроемся от этого влияния. Если ранее, например, родители могли укрыть своих детей в ограде своего дома, то сейчас они этого сделать не могут. Зло, оно приходит уже в твой дом, оно там находится, и ты не можешь ничего поделать, оно приходит к нам, как вы знаете, через всякое, через средства массовой информации, через тот же, как говорится, интернет, да, приходит, через телевидение, через общение, и, конечно, прежде всего, приходит через кого? Через взрослых людей, через родителей. Потому что родители должны являть собой пример для своего подрастающего поколения, для своих детей. А таким примером, к сожалению, мы, даже находящиеся в церкви, для своих детей не являемся. А потом бываем жалуемся, говорим, приходим к батюшке и говорим: «Батюшка, а почему мой ребенок такой, а почему так?» А потому что мы сами вели себя так. Мы сами именно в своей семье ведем себя так. Показываем пример не благочестивой жизни, а совсем обратный. Да? Вот. Ребенок видит, как родители ругаются, как изменяет то одна сторона, то другая сторона изменяет. И, естественно, примера доброго не получается. Поэтому, дорогие мои, счастье наше и счастье наших детей зависит от кого? От нас с вами. То есть мы с вами должны являть собой добрый пример именно как для себя, как и для своих ближних. Поэтому мы себя должны к этому подталкивать. И вот обращаться в этом нужно к святителю Феофану Затворнику. Он замечательно отвечает на многие вопросы. Даже вот светских людей могут обратиться к нему. Они к нему и обращались. Одна девушка так и обращается к нему. Даже целая книга есть, такая обращение такой девицы, молодой светской девицы. Она пишет к святителю Феофану. Вот она, светская девица, пишет к нему, как ей жить в этом мире. То есть у этой девушки, живущей в свете, вот, сейчас как можно сказать, миру, да, вот, оказывается, были духовные запросы. Но она жила в том миру. И вот если мы почитаем эту книгу, мы видим, как святитель Феофан очень аккуратно и очень бережно относится к этой молодой душе. Он ей не говорит: давай бросай все, уходи в монастырь. Потому что видит, что душа эта еще не готова к такой жизни. Он ей предлагает другой путь, как научиться жить в этом мире, который возле лежит. Ведь наша задача научиться в этом мире, да, преодолевать те трудности, те испытания, как у нас говорят, искушения, вот, научиться преодолевать их и жить в этом мире, от которого мы уйти не сможем и не можем уйти. Вот это замечательное поучение святителя Феофана Затворника. Почитайте эту книгу. Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться? Вот так она называется. И, конечно, другие произведения. Он отвечает на многие вопросы. Отвечает на вопросы личной жизни человеческой, на вопросы брачной жизни. Говорит, в чем беда? Уже в то время он видел, в чем беда именно вот такого неудачных союзов браки. Да? В эгоизме. В простом эгоизме. Неумение терпеть и претерпевать друг друга. И прежде всего, не видя ни главной цели в своей жизни, не имея в своей жизни никакой цели, а иметь только в жизни что? Наслаждение. Что нам сейчас и предлагается? Почему именно в современном мире такое происходит? И мы вот тут удивляемся, почему так много разводов? Почему наши дети такие? Почему они не хотят трудиться? Почему они не хотят работать? Почему происходит такое? А потому что у человека нет определенной главной цели. А цель наша, конечно, спасение.
А цели ставятся совершенно другие. Цели опошляются в нашей жизни. Вот. Эта цель становится что? Наслаждение. Сегодняшний девиз нашей жизни какой? Современный. Бери от жизни все. То есть наслаждайся. И мы видим, что сколько именно таких учреждений, даже вот в вашей станице, да? Множество таких учреждений, которые предлагают молодым людям наслаждаться в этой жизни. Тех учреждений, тех именно каких-то мест, где можно получить какую-то пользу, не так-то оказывается и много. Где можно потрудиться, где можно приобрести какой-то навык добрый. А вот где научиться пороку и утвердиться в пороке, таких мест оказывается очень-очень много. И вот современный мир нам и предлагает, что именно такой девиз: бери от жизни все, развлекайся, наслаждайся. Вот твоя цель в жизни. Оказывается, эта цель, она пустая. И вот святитель Феофан говорит, что вся беда о том, что именно распад именно семей, уже в то время он видел в этом, да, именно что люди привержены какому именно материальной цели жизни, то есть приобретение материальных благ. Конечно, мы понимаем, что нам нужно заботиться о ближних, о своих детях, их надо накормить, напоить, одеть, обучить, это главное. Это, конечно, важно, но о главном мы часто забываем, что нам надо их научить еще доброму, хорошему, быть, как нам говорили с вами, да, родители, сынок или дочка, кем бы ты ни был или не была, главное, чтобы ты был хорошим человеком. Помните, да, говорили там? Помните, многие, наверное, помнят об этом. Вот, к сожалению, сейчас об этом стали забывать. Будь ты бизнесменом, будь ты тем, будь ты успешным, кем ты хочешь быть, пожалуйста, лишь бы ты был успешным в этой жизни. Забывая, что именно счастье в жизни оказывается не во внешнем проявлении, не в приобретении именно вот огромного богатства, огромного чего-то такого, средств каких-то. Жизнь в довольстве в таком, в развлечениях, оказывается, счастье человеческой жизни – это в его внутренней составляющей, что у него внутри есть. А что есть у нас часто внутри, к чему мы стремимся? Мы можем это увидеть, если посмотреть не лицеприятно, заглянуть в свое сердце. Что в нашем сердце, да? К чему мы стремимся, к чему мы направляем наших детей? Если мы только стремимся им дать внешнее, материальное, то наши попытки воспитания и сделать их счастливыми людьми обязательно приведут к провалу. Но если главная цель нашей жизни – это прежде всего внутренняя составляющая, это соединение за Богом и приобретение добрых навыков, духовных и духовных навыков, то, конечно, это уже та цель, к которой мы должны с вами стремиться. Это уже та будет составляющая, которая позволит нашему будущему быть счастливым. Мне вот как правящему архиерею приходится множество разбирать писем в сегодняшнее время, когда приходят именно писем с просьбой о разводе. Смотришь, совсем вот люди кажутся молодые, красивые, ведь когда-то любили друг друга. Любовь была, значит, или любовь, может быть, симпатия была. А вдруг это все почему-то прекращается. А почему прекращается? А потому что не было главного составляющего, не было главной цели в жизни. Для чего заключается брак, да? Для рождения детей и для их воспитания. Оказалось, прежде всего, главная цель это была, что наслаждение. Это проходит. А потом человек ищет уже другого, потом просто не может терпеть другого человека, который с ним находится, именно и находился, он его претерпевал, он с ним был, он с ним находился, и вдруг он его уже не может не терпеть, он, вы видите, в него не может. Почему это происходит? А потому что именно цели жизни наши становятся пошлыми. Мы стремимся только к чему? Только к материальному достатку и к материальному своему какому-то удовлетворению. Вот в этом, конечно, наша большая беда. И поэтому столько сегодня мы видим молодых людей, именно не могут найти себе нормальной половины. Девушка не может найти себе парня, а нормального, доброго, хорошего, трудолюбивого. Потому что, ну нет их, этих парней, откуда они возьмутся?
Кто их воспитает, да, если в семье нет доброго примера? А парень не может найти нормальную девушку. Почему? А потому что у девушки тоже нет доброго примера. А есть только именно отрицательный пример. Вот и получается. Говорит, а где же мне найти-то хорошую половину? Парни, как говорится, молодые люди, жалуются, что нет девушек, а девушки жалуются, что нет парней. Вот таких молодых людей. Почему это происходит? А потому что именно изначально в семье было заложено то. И воспитание в своем ребенке эгоиста. Только ему, только для него. Вот в этом, конечно, самая наша главная большая беда. Его, и святитель Феофан видел, уже в то время видел, что в чем проблема. А в привязанности человека к материальному миру. Не к духовному, а к материальному миру. Вот, дорогие мои, мы можем получить какие ответы на все наши с вами вопрошения в духовной жизни. Так попросим святителя Феофана Затворника, чтобы наша с вами жизнь, да, каждого из нас устраивалась лучше. Не надо, вот, он, не надо требовать именно от правительства, от управляющей там области, города, чего-то такого, да, чтобы сделали для нас. Прежде всего надо потребовать от себя. Перевернуть свой собственный мир. Перевернуть себя. Перетряхнуть, можно сказать, себя, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Он святитель Феофан и пишет тогда, обращающийся к нему именно о вопрошении. Вы не пытаетесь изменить весь мир. Вы прежде всего стараетесь изменить себя к лучшему. Вот поэтому, дорогие мои, мы должны обратить прежде всего внимание на кого? На себя. Вот о чем и пишет, и советует нам святитель Феофан Затворник. Ну вот, его же молитвами пусть наша жизнь с вами устраивается к лучшему. А храм, который воздвигается в столице Новоаннинской, да, пусть будет именно таким училищем благочестия. Я вот именно прошу об этом тоже отца Бориса, чтобы он именно этому уделял особенное внимание. Не просто каким-то внешним научением, а научением внутренней жизни, понимания и понимания посомых его, которые здесь находятся, здесь, в этом приходе, святителя Феофана Затворника, чтобы они понимали, в чем цель христианской жизни, в чем спасение, да, это в соединении с Господом нашим Иисусом Христом.